В рамках пленарного заседания 18 июля Государственная Дума приняла поправку. Законопроект ограничивает выезд из России лиц, имеющих доступ к сведениям государственной тайны и секретным сведениям. Если у россиянина или его родственников имеется счет или недвижимость за границей, то ему может быть отказано в доступе к сведениям особой важности. В поправке также обозначено, что решение выезда из страны для осведомленных секретных сведений сенаторов и депутатов предлагают предоставить спикерам Совфеда и Государственной Думы. Депутаты законодательных органов и руководители муниципалитетов смогут выезжать с разрешения глав законодательных органов субъекта. Отметим, что ранее за запрет выезда госслужащих, в том числе во время отпусков, выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.